В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шератон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого выпуска. Побелый теплоход. Самарская компания вышла на рынок пассажирских речных перевозок в нашей республике. Ипотека дешевеет. Средняя ставка ипотечных займов в Башкортостане сократилась почти на процент с начала года. Все на старт. 17 сентября в столице Башкортостана пройдет третий международный уфимский марафон. Ожидается более 5000 участников. На рынок речных пассажирских перевозок республики выходит частная компания из Самары. Ространстур переняла эстафету у башкирского речного пароходства. Что интересно, перевозчик арендовал теплоход «Башкортостан». За период навигации на судне планируют перевезти почти 2000 пассажиров. На будущий год на четверть больше. Хотя все шло к тому, что навигации для пассажирских судов в регионе в этом году не будет вовсе. Причиной стали финансовые проблемы башкирского речного пароходства. «Башкортостан» пока будет единственным круизным теплоходом в регионе. Помимо него в аренде у той же компании находится аналогичное судно «Мусагариев», которое работает в Самаре. В республике еще 8 подобных кораблей, и при определенных вложениях половина из них могла бы вступить в строй. Отмечу, что цены на речные круизы останутся на уровне прошлогодних. На данный момент более половины билетов уже распроданы. Что ожидает туристов в этом году? Совершенно новый уровень сервиса на борту. Начинается с элементарных мелочей, с таких как прием, подача блюд, экскурсионное обслуживание на новом уровне. По итогам этого года мы с вами будем понимать, какие круизы более востребованы, какие круизы предлагать на следующий год. Средняя ставка по ипотечным кредитам в Башкортостане с начала года снизилась на 0,8% до 11,9 годовых. Такие данные публикует Нацбанк Республики. Аналогичная ставка еще в 6 субъектах Приволжского федерального округа. Средняя ставка по ипотеке в России на 0,1% меньше – 11,8. Самая высокая ставка в Саратовской области – 12% ровно. В то же время Башкортостан занимает третье место в округе по объему просроченной задолженности по ипотеке – 1 280 000 000 с незначительными изменениями с начала года. На первом месте Пермский край – 1 600 000 000 со снижением почти на 60 000 000. На втором – Самарская область – 1 300 000 000 с аналогичным снижением. Замыкает рейтинг Республика Марий-Эл с показателем 98,5 000 000 и ростом на 7 000 000. На международном уфимском марафоне в этом году ожидается более 5000 участников. Об этом говорят организаторы масштабного спортивного события, которое пройдет в столице республики уже в третий раз. По сути, забег такого высокого уровня в Башкортостане единственный. Старт 17 сентября на стадионе «Динамо». По традиции, на выбор спортсменам предоставят 4 дистанции. 42 километра 200 метров, 21 100, 10 и семейный забег на 3 километра. Трасса будет проходить по исторической части Уфы вдоль главных достопримечательностей столицы республики. Памятника Салавата Юлаеву, Конгресс-холла, фонтана «Семь девушек», Ледового дворца «Уфа-арена» и памятника Мустаю Кариму. Каждый участник получит футболку, медаль на финише с уникальным дизайном, сертификаты на подарки от партнеров и многое другое. Фиксация финишнего времени будет проводиться высокоточным оборудованием, которое используется в олимпийских забегах. Подать заявку на участие уже можно на сайте ufamarafon.ru. За год в Башкортостане закрылись 1500 магазинов у дома. Как в регионе планируют развивать это направление торговли, смотрите в следующих выпусках РБК Уфа. А далее бизнес-афиша.